Минувшей ночью Украина в очередной раз подверглась обстрелу со стороны российских оккупантов. Те применяли дроны «Шахет». Была угроза применения и баллистического оружия, однако она вскоре отпала. Но по появившейся информации, судя по всему, оккупанты применяют новую тактику, используя те самые «Шахеды». Об этом и не только. Говорим с руководителем Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины «Юг» Натальей Гуменюк, которая присоединяется к нашему эфиру. Наталья, рада приветствовать. Слава Украине, добрый день. Героям слава. Героям слава. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, что за новая тактика сегодня применяется врагом для того, чтобы обстреливать мирные украинские города и населенные пункты. Ну, помним о том, что хорошо забытое старое, это и есть новое, которое нам пытается враг навязать, поскольку они уже очень много приемов в своей деятельности использовали. В попытке поднять результативность и эффективность своей работы в отношении поражающего элемента, то, что мы называем баражирующим снарядом. В этот раз дроны направлялись с акватории Черного моря с таким посылом, чтобы войти в очень узкий сектор обстрела на соприкосновение Николаевской и Одесской области, там, где с моря максимально зона прибрежная укрыта промышленными объектами, в том числе и припортовой инфраструктурой. И работа противовоздушной обороны длилась фактически 1,5 часа. Это достаточно насыщенная такая работа, поскольку в большинстве атак враг растягивает это удовольствие, условно говоря, на 2-3 часа. Отработали эффективно 9 дронов над Одесской областью были сбиты и один над Николаевской на моменте подлета. Хотя один из дронов, маневрируя над промышленным объектом, был сбит, и его обломки повредили трансформатор. Там произошло замыкание, возник пожар. Возгорания, и оно было достаточно компактным на площади 10 квадратных метров, очень быстро было ликвидировано. Характерным является то, что это был объект критической инфраструктуры, но огню не дали распространиться, люди не пострадали, потому что вовремя перешли в укрытие. Это было достаточно серьезным и важным элементом, поскольку действительно враг в последнее время, атакуя Одесский регион, сконцентрируются на том, чтобы дроны маневрировали именно над городом-миллионником. Ну да, еще враг направлял ракеты Х-59 из Херсонщины в сторону Кировограда, из временно оккупированной ее территории. Но хочу вас о другом, Наталья, спросить. Вы говорили, что дроны пересекали границу Молдовы. Молдова как-то на это реагирует или это уже норма? Пока мы не получили официальной реакции с развернутыми комментариями, предварительно по ночной, скажем так, скоростной реакции было обозначено, что это не подтвержденная информация, но ссылки на достоверный источник украинской стороны так и не было предоставлено. Мы говорим о том, что врагу нужно было создать провокационную ситуацию в этом направлении, поскольку они раскачивали информационное поле в отношении 28 февраля, когда Молдова должна была определиться и Приднестровская Молдовская Республика должна была обратиться к России для того, чтобы получить поддержку своих действий. Поэтому мы были готовы к тому, что будет подобная провокация, и отследили, как дрон вышел за пределы нашего государства, пройдя несколько километров по молдовской территории, вошел снова в воздушное пространство Украины, и там был уничтожен уже на законных основаниях нашими силами противовоздушной обороны. Ракеты, шахеды, все это представляет серьезную угрозу для Украины, для мирного населения нашего государства. А как обстоят дела с ракетоносителями морского базирования? Более 10 дней они уже не появляются на боевом дежурстве, находятся в пунктах базирования и не использовались, соответственно, ни в какой активности в отношении Украины конкретно. На данном этапе мы видим, что у них есть сложности такие с
использованием калибров, вернее, больше с тем, что они в последующем не смогут возобновить их перезарядку, поскольку вся эта логистика и инфраструктура завязана на Крымский полуостров, а основное базирование ракетоносителей сегодня это все-таки Новороссийск. Еще хочу вас спросить, Наталья, о том, что происходит сейчас со строительством на временно оккупированной территории Юга. Россияне при том, как живет сейчас тот же Мариуполь, на абсолютной гуманитарке, и это не скрывается, выдают там, не знаю, кашу, бобовые, при этом рассказывают о каком-то грандиозном строительстве, в том числе железной дороги, которая будет проходить вдоль линии моря. Можете, пожалуйста, рассказать, насколько серьезны у них успехи со строительством? Ведь мы понимаем, что это делается для того, чтобы подстраховать Крымский мост на случай разрушения, или как? Очевидно, что они осознают, что лишняя конструкция не зря такое объявленная, и ее доля фактически уже предрешена. Соответственно, им будет необходим альтернативный маршрут, по которому они смогут обеспечивать свои войска на временно оккупированной территории. На данном этапе они продолжают это строительство, хотя продвигается оно не совсем теми темпами, которые они закладывали, и при этом сохраняется угроза такого дальнобойного огневого контроля со стороны сил обороны. И они это прекрасно понимают, поэтому очень осторожными такими шагами пытаются продвигаться в этом направлении, поскольку задача получена, реализовать ее они обязаны, однако все-таки не все исполнители этого проекта согласны с тем, что стоит вкладываться в него. А у нас есть на данный момент военная возможность остановить реализацию этого проекта? А мы не будем подсказывать врагу, угу. Если да. Угу. Ну, окей. Можем намекнуть. Хорошо. Это каким-то образом может спасти... Они это почувствуют. Да, это прекрасно. Ждем этого момента с нетерпением. Наталья, скажите, пожалуйста, может ли эта железная дорога на самом деле для оккупантов стать полноценным заменителем Крымского моста? Керченского моста? Гипотетически могла бы, хотя это другие временные показатели, и в принципе само строительство – это достаточно сложный проект. Его реализация, особенно в теперешних условиях погодных, то есть это достаточно долгосрочный проект. В принципе, тут мы просматриваем и заклад такого эмоционального окраса этого проекта, что если он закладывается, значит, они согласны действовать там всерьез и надолго. Таким образом, подчеркивая, что эти территории уже оприходованы Российской Федерацией, и они там себя чувствуют достаточно полноценными хозяевами. Но это посыл для местного населения в преддверии выборов, для того, чтобы они осознавали, что волей-неволей, но они обязаны решать, условно говоря, решать судьбу своего будущего существования, вот привлекаясь к тем выборам, которые им навязывает оккупант. Вы сказали, что судьба Крымского моста предрешена. Что вы скажете про комплексы «Бастион»? Вы заявляли, что есть информация, что эти комплексы известны, где находятся нашим силам обороны в Крыму. Напомню аудитории, что они являются носителями ракет «Оникс». Их судьба предрешена? В принципе, любая точка, которая несет угрозу нашей независимости и несет угрозу нашему населению, это законная цель на территории как временно оккупированной Украины, так и на территории страны-агрессора, которая подтягивает свои ресурсы. Поэтому весь тыл врага с его ресурсами, которые он может привлечь к поражению наших территорий, это законные цели. И как раз то дальнобойное вооружение, о котором мы говорим с партнерами, должно помочь нам в реализации этих проектов.
Наталья, скажите, пожалуйста, как изменение ситуации на Авдеевском направлении отразилось на южном направлении? Есть ли какие-то значительные изменения, о которых сейчас можно говорить? На данном этапе мы не видим критических изменений. Создание дополнительных ударных группировок в нашей зоне ответственности не зафиксировано. Перекидывание ресурсов происходит в плановом порядке, то есть получая те потери, которые они могут констатировать по результатам боевого дня, они могут запросить ротацию личного состава у тех подразделений, которые освободились от боевой работы в процессе переформатирования сил на Авдеевском направлении. Но при этом мы видим, что эта текучка кадров, так называемая, она у них достаточно системная, поскольку положение дел вдоль линии соприкосновения на всех участках достаточно сложное. Даже там, где оккупанты имеют успех и продвигаются сейчас на некоторых участках вперед, это дается очень непростой боевой работой. И каждый раз, собирая силы и бросая их в атаку, для командиров оккупантов очень сложно найти мотивационные слова, чтобы сформировать штурмовое подразделение. Мы это наблюдаем на нашем участке, там, где формируются штурмовые группы для проверки на прочность наших плацдармов. И мы видим, что постоянно это новые подразделения, новые по качественному наполнению, новые виды войск, поскольку каждый раз мы видим представителей разных подразделений: морской пехоты, береговой охраны, десантно-штурмовых войск или просто мобилизованные, фактически свежесозданные подразделения. Шойгу на прошлой неделе врал Путину о контроле над селом Крынки на левом берегу Днепра. Сейчас, по вашей информации, там продолжаются мясные штурмы оккупантами и без применения в том числе бронетехники, потому что, я так понимаю, логистику мы контролируем. А скажите, какая ситуация сейчас там с нашими подразделениями в случае, если они будут доходить до критичной ситуации, если куда отходить и какое-то вообще понимание? Можете рассказать, что происходит сейчас? Ну, мы не собираемся отходить, у нас достаточно надежные позиции на плацдармах, мы укрепились там, несмотря на то, что враг действительно абсолютно варварским способом фактически сравнял с землей населенный пункт, к примеру, если говорим о Крынках. И тем не менее мы закрепились там и можем говорить о наших безусловных успехах, потому что именно на фоне того заявления, которое поспешили сделать оккупанты, они сами же и для себя имели большие имиджевые потери, поскольку даже их военблогеры серьезно раскритиковали такие поспешные заявления в условиях абсолютно неправдоподобных, начиная от установки флага и бегства в другую сторону, заканчивая тем, что на следующий же день пришлось объяснять кем-то, чьи позиции тогда штурмовались на плацдарме, поскольку штурмы продолжались. И по состоянию дел на сегодня мы видим, что за предыдущие боевые сутки враг собрал силы только на одну штурмовую попытку. Это фактически до 30 оккупантов, которые в составе трех групп по 10 человек пытались с разных сторон подойти к Крынкам. Что говорить о наших логистических возможностях там, то в принципе всем понятно, что когда за спиной у тебя Днепр, с логистикой не очень все хорошо. А вот у оккупантов при этом, при том, что у них за спиной сухопутье и есть возможности отхода и на оборудованные позиции, тем не менее, неиспользование в штурмах бронетехники у них продолжается как командирское эмбарго. То есть им запрещено использовать технику, потому что они ее безвозвратно теряют. И при том, что у них есть ресурс, который можно подтягивать, они ее все равно экономят. То есть сейчас у них просто сезон мясных штурмов. Наталья, спасибо большое за предоставленную информацию. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг», присоединялась к нашему эфиру. Спасибо. Благодарим.